Озеро лотосов, дендрологические парки на территории школ. Самые амбициозные проекты старшеклассников представлены на фестивале «Хабаровск наш». Его итоги подведены на заседании оргкомитета, который состоялся в городском дворце культуры. На протяжении полугода юные новаторы работали над созданием социально-экономических проектов. Идеи по развитию города старшеклассники воплощали по 6 направлениям. Среди них архитектура и дизайн, экология, транспорт, промышленность, торговля и бытовое обслуживание. Проект пчеловодства или реконструкция дендрария, или создание умных остановок, чтобы люди, находясь на остановке, знали о движении транспорта, когда подойдет. Фестиваль проходил несколько месяцев. На первом этапе в адрес конкурсной комиссии поступило 424 работы. С помощью студентов вузов школьники разрабатывали проекты. 6 из них будут воплощены в жизнь. Для их реализации победители конкурса получили денежные сертификаты и путевку в Крым.